Этот мальчик читал мою книгу, вот она книга, да? Вот. А интересно, что медленно, но верно. Смотрите, что мне тогда рассказывала Елена Александровна Савинич, аспирантка, одна из моих главных помощниц, мы с ним выращиваем уже вместе пашем. Вот. Вместе пашем. И оказывается, ее подруга, мать этого парня, а кто такая Софья Овсянкина? Внимание. Завлаб микробиологии Красноярского аграрного университета и по совместительству подруга моему заму по научной работе. Видите, как у меня уже коллектив собирается? Есть главный редактор книг, статей, есть зам по научной работе, Лена Савинич, да. Она из нас самая, это самая. Вот. Она будет делать, Елена Александровна будет делать этот самый настоящую диссертацию, подчеркиваю, настоящую. Сейчас же только передирают друг у друга. Вот. На основе выращенной ей абрикосов. Вот. Положить, начинается почти с нуля. Вот. Какая разница, что черенки и косточки мои, но главное то, что она вырастет своими руками, она получит новые клоны, она вернет, будучи потом доктором наук, не вот тем доктором, который первый последний раз взял руку лопату и посадил в яму. Что-то ему напоминало, что когда-то в яму садили. А ему, видимо, нужен был фильм. Может быть, для очередной ступеньки, да, чтобы стать членкором. Вот. А Елена Александровна вырастет настоящий сад. Причем он обречен на успех. Можно не сомневаться. Принцип один. 100 косточек посадил, 90 пошло. Привил. Вот вам 80 деревьев. 70 из них заплодоносят. Вот. Я беру самые катаклизмы. У нас бывало и град рубит деревья. Все равно на плодоносит 70. Да это самое. До рекордных урожаев. Вот. Как у Ваулина же дошли 72 килограмма. Мои сеянцы маньчжурского абрикоса. А какие они культурные. Я хвастался, видели? Вот. Они уже гибридные. И вот получается, что... А они подруги? Подруги. Они вместе ездили на повышение учиться в Новосибирск, учиться. Вот. И вот эта вот Софья Овсянкина изучила всего меня. И оказывается, что не только Савинич, как это самое, белая ворона. Нет, все гораздо лучше.